А зачем ты учишь? Ты меня в тот раз ругала. Ну, не ругала, а как бы смеялась. Я изучаю английский мягкий пол. Зачем ты эти темы учишь? Тебе практически не пригодятся. Так а ты так восстановить по-английски грандстандинг. Ты, видимо, классический оксфордский учитель. Грандстандинг. Я плохо понимаю. Грандстандинг. Я плохо понимаю. Я же говорю, она сразу не поняла, что я ищу. Я говорю, что в самом начале она когда сказала, что ты билдинг, это же было понятно, что ты занят. Но...